Вроде с топора. По-моему, даже удобнее, чем кувалда во много раз. Че, быка забыли с топора? Е, завалили мы со стутом быка. Всем привет, мы продолжаем проходить Серьезный Сэм 3, DLC какая-то, собрание богов. Собрание богов за Нил. Камень Нил или что-то такое, всем привет. Камень Нил, мы будем искать камень Нила. В предыдущей части мы убили босса и отправились, как вы поняли, в прошлое. Да, в первое путешествие Сэма. Что здесь происходит, мы даже вообще понятия не имеем. Реально, это DLC вроде происходит в какой-то промежуток оригинального вот этих Сэма. Ага. Ну то есть кусок игры, пучка я выезжу. А, ну как Heavy Rain, в общем. Там есть такой DLC-шка какая-то, таксидермист, там тоже должно было проходить. Так, всем привет, да, как видите, мы начнем новую версию SCP. Чего вырезали кусок игры, сюки? А, из DLC-шку ставили, как бы, да? DLC SCP студент. О, может видео какое-то будет. Да. О, точно. Опять пустыня. Пустыня. А, тут мы сейчас загоряем. Загораем. О, вертолет что ли? Музон такой. Ты прикинь, сейчас Borderlands начнется такой, это ну автобус. Что, теперь ладно. А, так это же тот чувак. Хочу массаж, а он жив еще? Бифштекс, ванну. Нет, бифштекс. Лучше сначала ванну. Эй, не так быстро, герой. Нас вызывают из штаба. Вилса на связи. Вас понял, штаб. Сейчас все будет. Что там? Просят подкинуть тебя в Филы. Что-то не работает их хваленый ключ к вечности. И почему это моя головная боль? Это не я придумал. Сказали, там есть храм, из которого можно включить ключ. Прости, Сэм, но кроме тебя нам больше не на кого рассчитывать. Я польщен. Зришь в корень. Ты включил два генератора, только ключ так и не заработал. Вопрос не ко мне. Кажется, мы поняли, в чем дело. Дай угадаю. Есть водичка красивая. У меня что-то вообще не отображается, как это фигня, я не знаю. Не, у меня красивая водичка. У меня тоже такая красивая водичка. А у меня какая-то черная фигня вместо водички. Черная дыра какая-то. Это кабель чевый. В лучшем случае выдают банку. Вот теперь водичка. Хотенько. И советуют спилить мушку. Короче, где там этот твой рубильник? В общем, мы такая хиня, как будто РНТВ смотришь, сейчас происходит. Мы знаем только остров. И мы летим. О, туда, вот остров. Это отличный план. Детал. Музон такой прикольный. Потом... куда музон? Потом... Куда музон? Сюки! И прикинь, это потом такие авторские права. О! Ой. У нас оружия нету. Да вы издеваетесь, что, опять оружия нету. А сейчас. Ну а мы же DLC-шку играем. А мы что сделали? Помнишь, Миха, мы что сделали? Пистолет. А мы чё? А чё мы? Вот где-то кувалда есть. Ну кувалда было бы неплохо. И чё делать, я так и не понял. Ай, блин, вот. О, я нашёл. Найдите ключ. Ключ. Я пистолет как-то. Откуда у вас пистолет? Тут-то. Ребят, тут топор! Тут топор! Гляньте, тут топор! Ну, как-то открыть надо, только надо ключ. Ключ надо, а как тут пистолет взял? Через текстуру, через текстуру. Мне не берется. А что ты взял? Тут не берется через текстуру. А я взял. А что ты взял тут? Пистолет. А, пистолет я тоже взял, он тут. Пистолет вообще вот там. Миха, иди за мной. Ну. Иди за мной, вот. Ну я же иду. Студент заперт. Вот тут ключ. Вот тут пистолет был. Ага, все взял. Экстра лайн! Блин, кувалда. Да, везде надо ключ, да вы издеваетесь. Да мне вот бесит, так беру, не надо ключи. Не знаю почему. Просто если побегать. Сосиски заставил текстуры. А, вот видишь. Сосисочки мои. Соси, тут сосисочка моя. Я какой-то ключ нашел. Или что-то такое. Ты ключ нашел, здесь так пойдем открывать. А ночью попробуем. Хотя вроде не нарисовано. Не, ну какая-то фигня нарисована, видите? Ё-моё, я чуть не подлетел. Я чей-то глаз взял. Бык вылез. Блин, топор хочу. Да я тоже топор хочу.
Я нашел ключи какие-то. Вы нашли ключи, а вот о, куда? Иди. О, знаю, что-то открылось. Топор. Ты взял топор, Миха? Нет, я говорю, ключ тут так. О, все открывается, все открывается, ребят. Дробаш. Все открывается? Да, все открывается. О, я топор возьму, я топор взял. Топор, я тоже хочу топор. Йоо. Интересно, достижения дадут, если топором фигачить? Знаю. Да бери ты топор, смотрите. Так, буду... Пока ничего не дают, вроде. О, там вижу, ну, что есть. Так, я тут стволку нашел. Так, тут какая-то кабинка. Картечь. Это, блин, реально детейл. О, еще топор. Кажется, можно было здесь взять топор. О, двухстволка. Где? Где эту стволку? Ракетница. По стрелочке иди ко мне. А, вот это, да? О, бери там, да. Двухстволка, да. А где ракетница тут? А в начале где-то валялась. Фига себе топор, он с первого раза роботу уложил. Опять тут что-то лежит. Снайперская винтовка! Да не знаю, пока мне что-то вроде нравится, так глупишка. Честно, пока. Не знаю, может пока просто. Хотя говорят, что она очень плохая. Где я хочу эту? Нет, топор это вообще мега. Жесть. Где ракетницы? Где ракетницы? Два робота зависли. На! Ё! Слышь, тут так... Слышь, тут такой бы топор в дыхе. Нифига себе, как с топора зафигачит! Так я говорю, робот с первого раза валит, прикинь. Бля, я хочу быка завалить с топора. По-моему, даже удобнее, чем кувалда во много раз. Хочу быка завалить с топора. Е, завалили мы со студом быка с топора. Вот там обезьянки лазят. Зависли. Обезьянки зависли. Обезьянки? Куда тут идти? Да я сам не понимаю. О, да, я тут еще не был. Ракетница, ю! Я нашел все-таки ракетницу. О, я тоже нашел. Так, давайте искать, куда нам тут идти. Я с топором хочу бегать. Тут что скажешь? Че? Боксер. Кстати, а негр вроде бы был в Рокки, если не ошибаюсь, какой-то там негр. А, был. Да, в третьей части. А и в шестой. А в первой? А, и в первой, и во второй тоже. Блин, да там все имя негры были. Вроде бы в первой части был этот чувак из хищника. А Каид, и во второй он тоже был. Ну, из хищника, я помню. Ну, да, и в третий потом он... В третий потом этот Мистер Ти был. Нам вроде бы... Там, он снегом нам вроде бы сюда что-то надо вставлять, если я не... Тут какие-то иероглифы вообще написаны. Ну, мне кажется, надо сюда что-то вставлять. Какую-то фигню, короче, надо искать, я как понял, да? Ладно, будем. Когда Нефертити родила Рамзесу, его первого сына, Амунеркопшефа, боги наделили ребенка. Миха, у тебя силы, плохой тело и духа стоит, какой не знал еще ни один смертный. О, Миха, там расшифровка была. Покарайте смертного. Это вам что-то дало? То, что я прочитал? Да. Твой ужасный голос. Почему? Потому что ты не сказал Спарсандоса. А почему тут танцы? Почему музыка стихла? Ну и что делать-то, ё? Да я тоже не пойму. Я бегу дальше. Мы дальше не бежали вроде бы. А, ну, я какая... не знаю. О, тут что? Может тут браслетом что-то делать? Нет, ничего. О! Еще ракетница? Круто. Куда он только ракетница? Так, что тут делать? Музон продолжает играть. То есть он музон, тихает, то нет. То непонятно как-то. Враги, значит, где-то еще есть. А, я что-то нашел. Да, тут? Спуск вниз вон. А, подожди, нас, подожди. Не иди туда. Почему? Не иди туда, тут жизнь снаружи, погоди, взять надо. А, экстра лайф? Да. Экстра лайф. Я знаю, кажется, как сейчас. А. Слышь, да. И? Экстра Ларри! Чё? Вниз пойдем. Ой, а мне пофиг на лестницу, буду так прыгать. Экстра Саня. Экстра Азиатки.
Йо. О, моя. Ого, что там ушло. Так, что? Открывается или нет? С браслетом. Может, что-то куда-то вставить? Погодите, надо обратно, наверное, найти, там что-то про нефритити писали. На этом, на... какой-то столбце там. Ну-ка. Чем я прикол обратно... А цоколь? Обратно? Цоколь? А, внуху. Че, наверх надо? Ставил. Там лестница. Блин. Ну, не, по лестнице, конечно, дебильно лезем. Вообще, да, очень так медленно. А, быстрее. Такое ощущение, будто он в ВВМ. Нельзя было лестницу сделать, как в каком-то халфе. Ну да, там хуй быстро. Такое ощущение, будто какой-то ВВМАС. А шевеленький враги. Такой. Враги вернулись. Да. Да, и... Где мой топор? Че-то я одним топором хочу пользоваться. Я тоже. Есть только на боссах, может быть, там такое оружие. О, особенно на этих одноглазых, кстати. Кстати, одноглазые так поменялись. Вообще жесть. Поменялись? Ну, я имею в виду... Такие же остались. Первой части, ну. Это вроде там вообще бобы были. Такие. Входили бобы. Бобы. Ой, бля, да. Ну только не они, а. Ну это с паром неудобно. Поставил статую и чё дальше? Так. А вот что-то открыл, нет? Еще? Блин, было. А вот что-то открылось. А по Олику что-то открывается, судя. Олик? У меня нет ролика. Нет, у тоже. Меня был. Блин, мне показало что-то где-то, я побежал, короче. В общем, мы за тобой бежим. Да, мы за тобой пошли. Блин, куда ты? Это странно, ты виделись, ты побежал так. Ты где? За мной беги, Саня, там открыл. Так, и чё? Назад бежать? На улицу, уходи. Так, не сюда. После здания, примерно, помню, как вы... А, вот оно, кажется, вот оно. А, скорпион. Скорпион, короче. Давайте его все с топора захерачим. Захерачим все. Давайте его. Йо, вы так его захерачили просто? Вот оно, статуя, взял. Обратно надо? Я не знаю, статуя в котого какого-то, а куда ее тащить? Мне кажется, надо в самый низ, в пещеру-то валить уже. Студент. Или туда? Где я бегу, не знаю. Или куда. Сюда надо что-то ставить. Не а, знаете. Понял. Ну. Все, поставил статую. Надо еще одну статую, и все. Ой, а это где? Еще одну. Эйо. У студа опять ролик? Да. А у меня опять нету. Я тут так не записывает, а у него ролики идут. Это да. У меня даже сильный университет, прикинь. Вот давай этого завалить. Это топор. На. Еще один. Такие эти, блин, дровосеки, как там лесорубы. Так. Суд дрова ищи. Суд давай ищи. Такие суд ищи. Мы побегаем. Блин, у меня топор в крови. У меня тоже. А где стул, кстати, у меня вообще? Мы потеряли стула. Стул? Я ищу. А ты помнишь примерно место? Да хуй его знает. Я скорпиона нечаянно убил. А если в воду заплыть? Интересно, что будет? Хотя не там какая-то рыба выплывет, чай. А, вот нашел. Отлично. Так. Можно возвращаться назад и поставить статую еще раз. Ты скажешь, когда возьмешь? Я уже взял. Ну и вернулся. Поставил? Назад. И куда ее ставить? А, и куда? Здесь все. О, поставил. Да, все? Да. Опять ролик показывает. Наверное, надо вниз идти в земелье, да? Че там дальше ролик? А, показывают, как его там в автобусе стоит. Еще одна, что ли? А, да. Куда? Где монстр? Я не знаю. Блин, опять застрял, какого дела? Что происходит? Что происходит? Что такое было? Я не понял, это вообще экран там что-то уже. Как будто в воду облили. Скорпион. Вон кубус.
вообще какой-то квардак творится сейчас. Надеюсь, мне памяти хватит на него. Ну, я тоже надеюсь, что тебе хватит. Чувака убил головой Клиера, зашибись. И сейчас, прикиньте, оставляем этот последний артефакт, и все, игра кончилась. Взял? Отлично, назад надо опять ставить. Там вот еще один нужно будет, там еще комнатки есть. Одна, точнее. Чё? Робот большой. Сейчас я поставлю. Так, куда его ставлю? Ага. Так, что тут опять? Да ёб твою мать. Опять ролик? Ничего, да. Блин, я не успел посмотреть, я попустил. А, вот показывай. А, я все понял. Бежим за студом. Миха, ты лучше там оставайся, тебе ты сразу я тут с манкубусами пока разберусь. Ну, ты как раз там недалеко будешь поставить еще одну. Давай. А я со студом пойду. Что такое роботов? Это... Кстати, студ роботов с одного удара вроде бывает. Это маленьких роботов, они еще большие роботы. Да. Там они не с первого раза, я пробовал только что. Взял, ставь. Взял, Миха, ставь. Не доставить. Так. Куда тут? Так. Сейчас. Я тут вставлена. Вот. Что это? Что там происходит? Бля, что это было? Помнишь этот, как его? Бля, там жесть у них происходит. Че? Там чувак, кто выше? Там с руками чувак. Жесть. Ай, меня убили. Блин. Че там тут, все? Я не знаю, мне ничего не показало. Ничего не можно отойти. Миха, стой с ним, Миха, смотри за мной. Смотри сюда. Что это чего надо искать опять? Миха, смотри, что это? Йо! Да, ой, погоди. Йо, это гора, которую помнишь из сервиса моего оригинального. Такие были в этом. Короче, валим вниз. Мне кажется, в пещеру надо уже. Да, в пещеру. Мне хотел там, видишь, прикиньте, еще одна появилась. Надо искать ее, получается. А, точно. Да, сюда вроде бы. Да, наверное. Не смотрю. Короче, я сейчас вниз проверю. Давайте подземелье сходим. Короче, я сейчас схожу, проверю. Тоже схожу заодно. Так. Не, ничего, наверное, не появилось, да? Дверь открыла? Не. Надо искать. Тут ищи. Зашибись. А чем мы скажем? Блин, так тупо лазить вообще жесть. Да, блин, медленно вообще. Что-то мне уже надоело искать. А прикинь, так будет все делать. Ну, залезай. Блин, залезай. Давай, есть. Надо поискать, надо всех перебить, короче. Задолбали. Надо гору особенно убить. Жаль, опять робот? Знамета нету такого. Пробыл. В оригинале. Давай, есть. Миха, два браслет. Она в самом том месте, где мы остальные ставили, ё-моё, блядь. Да? Да ё-моё. А, все, можно возвращаться, наверное, назад. И куда её ставить? Наверное, в подземку. В подземку, наверное. Окей. А если не сюда? Тогда я вас... Это жесть. Так точно и сюда? А там же, по-моему, какой-то постамен был или нет, не помню. Или не было. Сейчас. Вот, вот сюда, наверное, стоит, надо поставить. А тут их три, кстати, штуки. Все, открывается дверь. Открывается, да. Еще один ключ. Я говорил, что обожаю их собирать. И куда мне его совать? Мы думаем, он отправляет что-то в Абу-Симбол. Абу чего? Открой Нертан. Все координаты уже там. И где будет вертушка? А, ну... То есть вертушки нет? Мы не сможем к тебе пробиться. Эти сволочи просто взбесились. Охренеть! Это она! Плазмомёт! По-моему. Попробуй попасть в Абу-Симбол на нем. Согласен. Не потонем, доплывем. Ты меня знаешь. Это она! Что? Это мой маленький секрет. Я Ванга. Так. И... Вместе навсегда. Ю. Я пока запись прекращу, пока тут загрузка идет.